Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Апошні зімовий місяць принес зміни. Узрост бюджет прожиточного мінімуму павялічаны і шэраг допамог. Аздараўлення прадпрыемства. У Беларусі створили унікальную інтернет-платформу. Жыхары Касцюкоўкі дачакаліся чыстай вады. Праблему атрымалася вырашыць пасля звароту на прамую лінію да старшыні аблвыканкама Уладзіміра Дворніка. Профсоюзные здравницы, отпочинок у агросядзібе и промысловый туризм. Лепшие пропановы от белорусских и замежных туроператоров представили на выставе «Правтур-2018» у Минску. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко дякуе Комитету державной безпеки за добрую працу у сферы борьбы с коррупцией. Про это он заявил сегодня на встрече со старшиней этого ведомства Валерием Вакульчиком, поведомляя Белта. Никто больше КДБ сегодня в этом плане не зарабил, особливо по пытаниях значных злочинства у сферы коррупции, отзначил керовник державы. Александр Лукашенко так само провел встречу со старшиней Державного комитета судовых экспертиз Андреем Шведом. Обмерковывалась у приватности тема установления нового профессийного свята. Дня судового эксперта. Абраная дата 22 красавіка. Гэта дзень падпісання прэзідэнтам у 2013 годзе указа аб стварэнні ведомства. Сёлета яму спаўняецца 5 гадоў. За гэты час дасягнуты пэўныя поспехі ў выкананні пастаўленых задач і вырашэнні ранейшых праблем у сферы судова-экспертнай дзейнасці. Беларусы могуць праверыць, ці ёсць яны ў спісах выбаршчыкаў. Заўтрашняга дня можна звярнуцца ва участковыя камісіі і даведацца, ці ўключаны ў спіс і ці правільна пазначаны вашы дадзеныя. Зрабіць гэта можна будзе з 17 до 19 гадзін па буднях, ці з 12 до 14 гадзін у суботу. Выбаршчык мае права заявіць аб любой памылцы ў дакументах. Выбары ў мясцовыя саветы, нагадаем, пройдуць 18 лютага. Бюджэт пражытачнага мінімуму з 1 лютага павысіўся да 199 рублёў 32 копеек. У сувязі з гэтым праведзены пераразлікі сацыяльных і мінімальных працоўных пенсій, а таксама надбавак і павышэнняў да іх. Акрамя таго, узраслі памеры дзіцячых дапамог. Устаноўлены і новыя памеры мінімальных спажывецкіх бюджэтаў. Для працаздольнага насельніцтва гэты паказчык складае крыху больш за 420 рублёў. Для студэнтаў – каля 314, для пенсіянераў – амаль 332 рублі. Прапарцыйна змяняюцца памеры пенсійных выплат і некаторых дзіцячых допамог. У сувязі з нараджэннем першынца аднаразовая дапамога на сённяшні дзень складае каля 2000 рублёў. Са з'яўленнем на свет другога і наступных дзяцей больш як 2790 рублёў. Нагадаем, з 1 лютага таксама ўзраслі дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў. Прыбаўка склала ад 33 да 42 рублёў. Даведама, рост гэтай дапамогі залежыць ад змянення ў сярэдняй зарплаты па краіне за папярэдні квартал. Калі паказчык падае альбо не змяняецца, выплата застаецца на ранейшым узроўні. З павелічэннем сярэдняга заробку падымаюць і памер дапамогі. У Беларусі стварылі унікальную інтэрнэт-платформу, якая спрыяе фінансаваму аздараўленню прадпрыемстваў. Праект «Долговнет.бай» не мае аналага ў краіне і блізкім замежжы. Карыстацца ресурсам можна абсалютна бясплатна. Праект накіраваны на пазасудовае пагашэнне запазычанасцяў суб'ектаў гаспадарання. Гэта магчыма дзякуючы матэматычнаму алгарытму, здольнаму знаходзіць замкнёныя ланцужкі даўгоў. Такая інфармацыя можа быць выкарыстана для спісання доўгу без прыцягнення дадатковага фінансавання. Калі вода – гэта бяда. Жыхарам мікрараёна Касцюкоўка горада Гомеля гэтая праблема была вядома. Па водаправодзе ў іх дамы паступала перанасычная жалезам вадкасць. Пасля звароту на прамую лінію старшыні аблвыканкама Уладзіміра Дворніка, жыхару адной з вуліц гэтага мікрараёна, сітуацыя змянілася. Усе падрабязнасці ў наступным сюжэце. У нас нашла такого красна-рыжого цвета. Што гарячае, што халодна. Сейчас вы ўжо видите, совсем чистенькая водичка, очень вкусная, светлая. Любоў Александровна радасці не хавае. Здавалася б, так такая дробязь, як чыстая вода, якую большасць прывыкла прымаць як дадзенасць, для некаторых сапраўдная мара. Пенсіянерка Любоў Кірык з мужам у шлюбе 44 гады. Столькі ж пражыла ў Касцюкоўцы, цяперашнім мікрараёне Гомеля. Кажа, што такой, як зараз, вада ў Касцюкоўцы не была ніколі. Раней за адсутнасці станцыя без жалезвання вада прыходзіла ў дамы прама са свідравін. Пасля комплекснага вывучэння сітуацыі па даручэнні старшыні аблвыканкама Уладзіміра Дворніка пабудавана помпавая станцыя, пракладзены 4 км
водопроводных труб, и микрорайон подключен до системы водозабеспечения Гомеля. Вода поступает от существующей системы города Гомеля, от одного из главных водоводов диаметром 1000 мм, проходящего в районе улицы Федюнинского. Здесь она с помощью вот этой построенной станции повышается давление. Находятся два регулирующих резервуара для обеспечения бесперебойного водоснабжения и нужд пожаротушения. Под этим обсталяванием створена десятки годов тому сведровина, а стрелка на нули. Зараз конструкция уже не эксплуатуется, а с приходом весны я ей изусим сравняют с землей. На будовництво новой станции без железования спотребилась бы космичная сумма. Тому пытание вырашили больше простым и худким способом. На узведение помповой станции и прокладку труб гомельским облвыканкамам было выдаткована каля 300 000 рублей. И напередодні колядных дзён амаль 10 тысяч жыхароў Костюковки атрымали доўгачаканы подарунок. Постоянно на колодец ходил я воду набирать или покупал. Сейчас этого делать не надо. Ну, раньше, конечно, качество воды было плохое, очень сильно отдавало железом. Сейчас, ну, уровень воды намного лучше. Нет, ну раньше эту воду практически и пить нельзя было. Настолько привкус, вот это ржавое, осадок в чайнике. Ну, в настоящее время, можно сказать, хорошо. Да, это раньше было, это не вода, это было название, мокрое название. А сейчас что вы? Пить можно уже свободно из крана, это такая прелесть. Большое спасибо, что так вот изыскали и средства, и мы даже не ожидали. Долго ждали, но так прямо это событие такое хорошее. Дарэчы, не менш добрую отзнаку воде дают и эксперты. Якость проверяют каждый день. Выники доследования наступные. Узровень железа у воде усяго 0,18 мг, что значно меньше гранично допущального показчика. Зараз пусконаладочные работы практически завершены. Засталось скончить промывание старых сеток и наладку автоматичных режимов станции. Дарэчы, на реализации этого проекта работа не завершится. На чарзе иншие районы в области. Вода у нас вообще во всей Беларуси характеризуется тем, что в ней содержится большое количество растворенного железа. Ну, у нас такая геология. Идем мы сейчас от крупного к более мелким. Ну, вот сделали сейчас Костюковку. Вот. На очереди у нас Речица. В Речице заканчивается строительство станции обезжелезования. То есть тоже Речица будет полностью обеспечена качественной питьевой водой. Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель». У Гомелі подвели выники адукационного проекта «Поспяховая праца уладкавання». Уникальный социальный эксперимент дожился год. 150 смельчаков с лику беспрацовных гомельчан спробовали кардинально изменить свое життё. С ними працавали психологи и бизнес-тренеры. У программе больше як 40 семинаров, тренингов и майстер-классов, а так само встречи с бизнесменами и наведывание предприемств. Психологи допомагали удельникам проекта вызначиться со сферой деятельности, а теоретики и практики бизнесу сделать первые кроки у реализации идеи. До финалу дошло около 50 человек. Частка из них уже открыла свою справу, а остальные на финишной прямой. Ремесленство, организация показаний послуг насельництву, интернет-крамы и навод онлайн-СМИ. На финальном мероприемстве удельники презентовали свои проекты. Организаторы выбрали лепших и уручили грошовые призы на развитие бизнеса. Зараз у Институте повышения квалификации ГДТУ имя Сухого, где проходили занятки, працуют над створением Центра развития карьеры. Поспяховый эксперимент плануется протягнуть. У Минску прошла выстава «Правтур-2018». Форум собрал самые горячие и интересные пропановы от белорусских и замежных туроператоров. Отпочинок у агросядибах и промысловый туризм. Есть и новинки. Бюджетные туры на узбережье Черного моря у компании с известным гидом. Особенно были представлены и санаторно-курортные послуги профсоюзных здравниц. Членам профсоюза сёлета пропоновали и скидку не только на путевки, але и на все платные медпослуги. Топ самых интересных туристических направлений склала корреспондент агентства теленовинов Наталья Кузьмицкая. Еще в эпоху Пушкина и Лермонтова лечение на водах считалось панацеей от всех болезней. Сегодня поправлять здоровье модно не только на горячих кавказских источниках, но и минеральных ключах белорусских здравниц. Мы с мужем вдвоем приезжаем из Санкт-Петербурга сюда. Каждый год, вот уже четвертый раз, мы приезжаем четвертый год подряд. Мы имеем возможность здесь сделать анализы, обследования. Такие серьезные. Получить назначение. Природные процедуры дополняют современные аппаратные и косметологические услуги. В санаториях страны сегодня активно применяют диагностические программы, благодаря которым определение диагноза и подбор необходимого лечения проходит быстрее в разы.
Неинвазивный анализатор крови – последняя новинка белорусских здравниц. Без уколов и боли аппарат может провести развернутую диагностику. Для этого необходимо всего лишь присоединить микропроцессоры к телу, остальное – дело техники. Оздоровительная программа выходного дня в отечественных санаториях или активный отдых в России, Грузии и Украине, путешествие на ювелирный завод или гастрономический тур в агроусадьбу. Выставка «Профтур 2018» собрала в одном месте, пожалуй, самые популярные туристические продукты. Один из самых главных барьеров – это визовый барьер. И он сегодня практически снят. И есть все возможности уникальные для того, чтобы показать нашу красивую, интересную, добрую страну. И мы сегодня делаем свой вклад в вот это направление. И сегодня я хочу сказать, что в каждом районе, в каждом регионе нашей страны есть, безусловно, те возможности и привлекательность есть у каждого своя. Есть интересные места, где можно развивать туризм, направление, которое сегодня дает возможность для того, чтобы действительно нам создавать рабочие места. Изюминкой этой выставки, безусловно, станет новинка предстоящего сезона от профсоюзного туроператора – бюджетные автобусные туры на побережье Черного моря. Причем с особенностями национального отдыха туристов познакомит один из самых известных одесситов – журналист и телеведущий Борис Бурда. Одна из туристических программ, которую мы предлагаем, это как раз кулинарное путешествие по Одессе со мной. Это очень интересный вот такой проход по городу, где мы увидим не только его достопримечательности, но и его замечательные рестораны и кафе. И в них вот два дня будем обедать и ужинать. Впрочем, путешествовать по своей стране не менее увлекательно, чем открывать новые горизонты. Есть уникальная возможность увидеть две абсолютно новых интерактивных экскурсии. Это в Могилеве и в Гомеле, мы их тоже сегодня представляем. Забавы у Любавы и бал вне времени, когда вы переноситесь в те далекие времена, когда был Машека, когда были Паскевичи. Мы приглашаем на бал, учимся говорить языком веера. Наталья Кузьмицкая, Анатолий Долотовский, агентство Тельновостей. Сегодня у Гомеля стартовал открытый областный конкурс науково-технической творчести «Техноинтеллект». Больше как 100 удельников приехали представить на суд жюри свои исследования и экспериментальные работы. Юным вынаходникам от 14 до 18 годов. И каждый уже реализовал на практике уластные идеи. Однако на конкурсе ребята демонстрируют и теоретичные веды. У рамках тура, который прошел сегодня, им треба было вырешить физические задачи технического зместу. Завтра, с самой ранницы, начнется науково-практичная конференция. Выступать навушенцы будут у одной из шести секций. Тематика самая разностайная – от информатики и интеллектуальных систем до технического моделирования и конструирования. Конкурс преследует две основные цели. Во-первых, это, конечно же, развить способности ребят в области научно-технического творчества с самого раннего детства. А вторая задача – это все-таки выявить вот какие-то искорки, начало каких-то новых технических решений, новых устройств, которые потом после хорошей обработки профессионалами смогут дать пользу нашей стране. Могу с гордостью сказать, что Гомельская область на республике занимает лидирующие позиции. Последних два года второе место среди областей Республики Беларусь. У Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина открылась выстава «Лялек». Свои уникальные творческие работы тут представили члены Белорусской гильдии майстров и ремесленников. У тем лику переможцы международного конкурса «Текстильные ляльки и цацки» у Санкт-Петербургу. У экспозиции авторские ляльки, выполненные у разных техниках. Народная тематика представлена переважно ляльками-оберегами. Есть цікавый куток лялек в образах литературных героев. Процесс творения подобных рукотворных экспонатов достаточно працаемкий и потребує шмат часу. Деталі костюмів і атрибути пропрацьовані до самих дробних деталів. У експозиції більше як 100 авторських лялек. Усі вони зроблені вручную. Кожна має свій характер і індивідуальність. Тут представлені 4 мастера. Перша – це Тетяна Громыко, яка привезла 2 гран-при з міжнародної виставки, які состоялись в Питері. Це «Крафт-базар» і «Время кукол». Второй мастер – це Наталья Решетник, яка робить оберегову куклу. Вона зайняла на «Крафт-базарі» 2 місце.
место, и Анжелика Химакова, которая заняла третье место. И мои куклы, потому что в 2014 году моя кукла тоже по фольклору стала куклой года в гостином дворе, где участвовало 80 стран. Гэты и іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте, у интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развітваюся. Усяго доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Неспокойные сутки выдались у мозырских спасателей. На пожары, представляющие угрозу для жизни людей, они выезжали дважды. Предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло сразу два пожара на территории города Мозыря за одни сутки. И если в первом случае погиб пенсионер, то во втором случае, благодаря оперативно прибывшим спасателям, удалось эвакуировать 7 человек, никто не пострадал. В первом случае огнем был охвачен дом на улице Заречной. Возгорание произошло посреди ночи. Пенсионер 1958 года рождения проживал один. Со слов соседей, характеризовался положительно, на учете не состоял. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади и имущество внутри дома. Около полудня спасатели выехали по сообщению о пожаре в блоке общежития на улице Ленинской. По прибытию на место из окон второго этажа четырехэтажного дома шел дым. Жильцы горящего блока, супруги с двумя маленькими детьми, покинули пылающее помещение. Остальных эвакуировали спасатели. Троих детей госпитализировали для наблюдения за состоянием здоровья. В результате пожара повреждено имущество в помещениях блока, закопчены стены. В управлении Следственного комитета закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины без гражданства, проживающего в Гомеле. Его обвиняют в хранении, транспортировке, употреблении и продаже наркотических средств и психотропных веществ. Следствием установлено, что мужчина осуществлял выезд с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, откуда, где, находясь там, заказывал посредством интернет-магазинов, осуществляющих торговлю психотропными веществами, заказывал особо опасные психотропные вещества, которые впоследствии получал на территории Республики Беларусь и распространял гражданам Республики Беларусь как путем дарения, так и путем продажи. Важную роль в расследовании преступления сыграли эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. Именно результаты проведенных ими многочисленных исследований легли в основу доказательной базы. Во всех случаях представленное порошкообразное вещество содержало в своем составе особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях, альфа-ПВП. Материалы дела направлены для ознакомления прокурору с последующей передачей в суд. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Такого обзор происшествий к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Берегите себя. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Мужская и женская команды гандбольного клуба «Гомель» очередные игры чемпионата проводили на выезде. Соперниками стали коллективы из Гродно. Первыми на паркет вышли гомельские гандболистки, лидеры турнирной таблицы. В противостоянии с расположившейся на третьей позиции гродненчанкой команда Томаша Чатера не испытала особых проблем. Уже в первом тайме фаворит стал оправдывать статус. К перерыву перевес составлял 5 мячей. Во второй половине преимущество удалось удвоить. Итоговый счет матча 35-25. Лучшими в составе гомельской команды стали Мария Акбаба и Анна Редько. У каждой на счету по 9 результативных бросков. Победный почин чуть позже поддержал и мужской коллектив. Правда, игра с гродненским Крононом получилась более упорной и напряженной. Финальный свисток зафиксировал викторию гандбольного клуба «Гомель» со счетом 33-30. Дружина Сергея Цыганкова смогла закрепиться на третьей строчке турнирной таблицы. Отставание от второй позиции по-прежнему велико – 12 очков. В Гомеле завершилась областная спартакиада по программе зимнего многоборья «Защитники Отечества». Конечно, летняя программа более насыщенная и зрелищная, однако и сейчас было на что посмотреть. Сильнейшие ребята со всего региона соревновались в таких элементах, как стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине и кросс. От каждого района была представлена команда в составе 6 человек. Главная задача – отобрать лучших на республиканскую спартакиаду. По итогам будет сформирована команда области из 20 человек, которые представят наш регион на республиканских соревнованиях. Гомельская область традиционно находится в призах или рядом с призами. Мы всегда достойно представляем свой регион на республиканских соревнованиях.
Завтра в Гомеле стартует Кубок Республики Беларусь по легкой атлетике, а также продолжится чемпионат страны по многоборью. Соревнования будут проходить до 3 февраля во Дворце легкой атлетики. За звание лучших легкоатлетов будут сражаться около 300 спортсменов. Участие примут сборные команды от каждой области, а также от города Минска. Соревнования лично командные. Подобный формат и на чемпионате страны по многоборью. Разве что участников меньше. За право называться лучшим многоборцем страны поспорят 30 человек. И в завершение о футболе. Золотой матч внесен в регламент футбольного чемпионата Беларуси на следующий сезон. Это значит, что в случае равенства очков победитель определится в дополнительной встрече лидеров. Например, так могло бы случиться в прошлом сезоне, когда одинаковые баллы были у Минского «Динамо» и «Батэ». Также известно, что количество клубов в следующем сезоне не изменится. В высшей лиге сыграют 16 команд. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». We'll be right back.